Если не успеешь поставить лайк за 3 секунды, перед тобой появится страшный паук. Ага, птичка в клетке. Нашел я наконец-таки этого Сахатова. Сейчас мы его пристрелим, и можно будет просто очень вкусно сделать из него мясо. Шашлычок, машлычок, вся вот эта темка. Так, надо чуть поближе подойти, чтобы его еще не спугнуть. Аккуратно, ну, можно, в принципе. Огонь! Есть контакт! Прямо в точку попал, прямо в яблочко. Вот это здоровенный, конечно, блин. Ошалеть можно, долго я на него охотился. Ох, хорошо, блин. Ё-моё! Ах, чё я там? Офигеть! Здоровенный паук! Настоящий, блин, великан! Офигеть! Надо пацанам позвонить, надо Андрюхе извякнуть быстрее! Кошмар! Блин, хорошо, кстати, Сахатова убил. Так. Сейчас пацки приедут. Конкретно поохотимся на этого великана. Алло! Алло, Андрюх, я нашел настоящего великана-паука в горах! Огромный, да! Приезжайте сюда, бери демон и иди ко мне! Он прям очень гигантский, живой, настоящий! И всех великанов поймали! Он здесь реально огромный, мне даже страшно здесь находиться, ё-моё, давайте быстрее! Все, жду, давайте! Ой, ё-моё, блин! Жалеть можно! Главное, чтобы он мою добычу не захавал! Надо его сейчас быстренько сфоткать с телефона. Оп. И все. Отлично. Так, ладно, надо куда-нибудь в другое место спрятаться, а то сейчас пацаны придут. Ой, что-то совсем грустно. На охоту особо не поездить. Да и всех огромных великанов уже до нас переловили. Не попасть нам с парнями в книгу рекордов Гиннесса, как охотники на самого огромного великана. Вот и остается нам ловить только оленей, медведей, зайцев да кроликов. И больше никого. Вчера вот лисицу поймали. А я бы хотел поймать огромного великана, какого-нибудь гигантского, огроменного, самого большого в мире, чтобы прославиться на всю планету, как охотник на самого большого великана. Но, к сожалению, уже это не получится сделать. Великанов не осталось, их всех переловили. Так вот и остается сидеть и грустить. Еще и пацанов нету, ни Андрюхи. Не Бабиана, здорово! Димон, сидишь, да? Сижу. Ну сиди, информация топовая, отпад, короче. В общем, мне звонил Бабиан, знаешь, что сказал? Чё сказал? Ну, короче, на Сахатова поехал охотиться. Ага. Но великанов нет, а мы же мечтали великана поймать какого-нибудь здорового, да? Но! И знаешь, что он мне говорит? Что? Встретил, увидел здорового великана-паука! Ты не поверишь! Я сначала тоже не поверил, он так убедительно говорил, то, что я поверил. Короче, он мне сказал, куда ехать. Он там сидит, выслеживает этого здорового великана-паука. Координаты есть, короче. Так я не понял, ты поверил ему или не поверил? Поверил, поверил. Он так убедительно рассказывал, то, что тут не поверишь вообще. Не поверить невозможно. Так поверить или не поверить, я понять не могу. Ты говоришь одно, а потом другое. Ты поверил ему или нет? Поверил я. Все, давай тоже собираться, короче. Пушки брать наши охотничьи. Потому что дело обстоит очень жесткое, важное. Поймаем великана, всему миру покажем, что мы топовые охотники вообще. Не понял, Андрюх. Великан-паук? Такое разве существует и бывает вообще? Или он перепутал его просто с огромным Сахатом, что ли? Да не кажется, там у него нормально все. Он там рассказывал про лапки здоровые, очень много лапок, но это только у паука такое. Слушай, Димон, смотри. Ну? Судя по координатам, это где-то вот здесь, понял? А, в горах, что ли, в каких-то? Да, он сейчас выслеживает, короче, ага, этого паука, чтобы не потерял из виду. Давай быстро возьмем стволы и поедем туда разбираться. Слушай, Андрюха, я такое не знал, что остались еще великаны, чем более пауки. Так, я тогда возьму, Андрюха, снотворное, если что, попробуем усыпить. Так, возьму свою винтовочку. Слушай, Андрюх, а как ты думаешь, ну-ка, какие лучше обвесы взять? Как лучше поступить? Какой взять прицел, баллистик или АХСОК? Мне кажется, АКОК лучше АКОК? Подойдет. АКОК, mm-hmm, да. АКОК. Глушилку ставить? ЛС-06 или СС-5?
CSS-65 поставь, так, пожалуйста. Сейчас я проверю окок, Андрюха. Так, подожди, а вот баллист... А, вот окок. Не, я, наверное, баллистик лучше... возьму. Ну смотри, можешь баллистик поставить. Но с гусаком лучше все равно ехать, потому что чтобы мы стреляли по этому пауку, а он не понимал, короче, откуда выстрелы идут. Так, согласен, Андрюха. Так, я свою снайперку снарядил. Далеко вроде как ехать, Андрюха. Давай ускоримся. Ну, самый огромный великан. Не дай бог Бобян пранкует. Не дай бог это все прикол какой-то. Я с него 3 шкуры спущу сам. Слушай, Димон, он очень убедительно рассказывал. Я думаю, что он не пранкует. Ладно, поехали. А я сидел, Андрюха, грустил. Думал, вот как раз всех великанов уже до нас поймали, нам никого не осталось. И тут ты меня, Андрюха, конечно, развеселил в ошпе. Ну да, слушай, улов будет лютый. Да, если это все правда, если это реально великан. А посмотрим, узнаем. Надо будет Бобяну позвонить. Да, сейчас позвонишь, как выйдем из города, спросишь конкретно, что там да как. Угу. Ну где там Бобян, я что-то не понял. Судя по карте, мы правильно приехали вообще. По карте правильно приехали. А куда дальше-то, Андрюха? Ну, ей дальше, может, где-то там остановился. Подожди. Смотри налево. Шу. Ты видишь там на горе, Андрюха, гигантский силуэт? Это тот самый паук, что ли? Похоже, это тот самый паук-великан. Стой! Я остановился, Андрюха, я остановился. О, вижу. Смотри. След Бобяна, походу. Воняет какашками, причем довольно-таки свежими. Следы какашечьи. А ну, Андрюх. А вон он фонариком моргает! Бобян, ты что, обкакался что ли от страха? Мужики, тихо, вот здесь заходит этот гигантский паук. Да вон он этот паук-великан, вон он на горе. Блин. Наверх забрался. Наверх забрался, нам надо его, парни, поймать, мы же охотимся на него. Давайте, может, как-то попробуем, мужики, его подстрелить, а? Да ты думаешь, получится? Да, я думаю, получится, мы же втроем. Давайте приблизимся, парни. Как-то сверху, может быть. Давайте подъедем. Андрюх, садись за руль. Я буду контролировать, если что, этого Паучинского. Это нам хорошо видно сзади. Да, мне все видно, вон он на горе стоит. А что там за мясо, парни, справа? Да это я оленя подбил. А, оленя, так, ладно, вон он, вон он. А что, ты его разделал, что ли? Вон он, паук. Сейчас не дело до оленя, парни. Тут великан огромный. Это самый гигантский великан в мире. Капец, ты понял, с дабинетами. Великан-паук. Огромный. Видеорегистраторы, капец, я загасил его с кайфом. Парни, нам бы наверх подняться, потому что мы сейчас в невыгодной позиции. Нам бы наверх подойти. Парни, он нас спалил. Парни. Да, забежи, что ли? Он бежит на нас, парни. Он прям к нам здоровый. Да, нафиг. Ё-моё, братва, гигантский паук. Я иду под него, парни. Буду уводить в другую сторону. Увожу его. Наверх, наверх. Наверх, парни, наверх, наверх, наверх идем. Офигеть! Позицию сверху! Огромный паук, убийца, парни, гигант! Давайте я перезаряжаюсь здесь. Сверху сейчас. Так, парни. Так, бежим, мужики. Там вон, если что, постройки какие-то, можно будет там, наверное, укрыться. Он полетел! Господи! Какой он огромный! Кошмар! Парни! Он меня схватил! Какой он большой! Я попробовал успокоительное его! Успокоительное! Да-да-да, Димон, воспользуйся успокоительным, может, сработает! Парни, нет, сейчас еще одну ампулу заряжаю! Он сейчас сожрет! Быстрее сделайте что-нибудь! Стрельнул успокоительным, но ему все равно! Он вообще не успокаивается! Давайте вон в церковь или что! Сюда давайте, сюда! Да ничего, он не успокоился! Он там бегает! Ему мало этой дозы! Так, парни, внутрь заходите! Капец, блин! Парни, он ползет! Парни, он ползет на нас! Это здание, что ли, чё? Да, значит, надо дальше куда-то бежать, мужики! Дальше куда-то надо бежать! Страшно, дальше! Очень страшно! Уходим, уходим, парни! Дальше, вглубь леса, Господ, сюда! Господ. Как по этим горам, как по горам! Победить? Как победить вообще? Сейчас что-нибудь придумаем! Давайте за гору, парни! Сюда прыгайте! В ущелье прыгайте! Вот сюда! Димон, есть идея! Сейчас спрячемся, парни! Я не знаю, надо обсудить! Бобян здесь! Андрюха! Я бегу, бегу, бегу! Быстрее! Ого, заныкались! Так, чё нам, парни? Как его остановить-то, а? Успокоительное не работает! Блин. Слишком маленький ампул, он слишком огромный великан! Может быть, парни, слишком надо к машине размер. Уехать, а? Просто убраться отсюда, пока живы! Ну, парни, а как? Ну, у нас бы была мечта! Великана поймать, здорово! Ну, видимо, он слишком большой и опасный великан! Мы не справимся, кажется, он нас уничтожит! Предлагаю, парни, где-нибудь... Вернуться обратно, найти пушки где-нибудь помощнее и уже потом поймать его. А пока, парни, мы со своими пуколками, мы словно укус комара для него. Ну вообще, слушайте, да. В натуре будто у него броня здоровая. Да, броня будто здоровая. Давайте к машине, парни, по-тихому спускаться. Главное дойти, парни, до тачки еще. Осторожно, с гор спускайтесь, а то разобьетесь. Бобян, я там смотрю, Андрюх, назад, если что, его вроде как нету.
Так, парни, а где мы машину оставили? А, вон где мясо этого Сахатова, аж туда идти. Мы дальше машину оставили. А, мы дальше поехали. Вон там мясо. А вон там этот великан. Там и великан спустился к машине, мужики. Вот что, машину решил сожрать? Я не знаю, где вообще машину оставили? Так он прямо у машины, парни! Да. Вот там у машины, серьезно, мне кажется, туда идти вообще. А как тогда, парни? Ну, пешком. Надо отвлечь, тот идет. Давайте я буду отвлекать. Бабян, ты отвлекай. Да хватит это мясо, пофигу на этого Сахатова. Бабян, мы с тобой отвлекаем. Нет, я отвлекаю, парни, а вы к машине бегите. Давай. А я один, если что. Чтоб ты не сожрал, у него здоровые жвалы. Эй, Паучинский, паучок, великан, а я здесь. Парни, бегу, парни. Ой, парни, бегу. Он же набросился, блин. Парни, возьмите машину, парни, возьмите тачку. Бабян, заводи тачку, прогревай. Да, нормально. Парни, он огромный, он меня хватает здесь. Давайте быстрее, парни, быстрее. Димон, едете? Давай к нам. Бегу, бегу, разворачивайтесь, давай, в другую сторону поедем. Давай, Димон, быстрее. Поехали, братишки. Уезжаем. Хорошо. Уезжаем едь, от него. Едь. Газу. Ух, парни. Оторвались, походу. Давай, Бабян, до оружейного магазина газуй. Сейчас это, заедем, купим мощные пушки, вернемся туда и поймаем этого великана-паука огромного, самого большого великана в мире. В натуре. Закончим начатое, мужики. Ну, тормози, Бабян, ну ганшоп проехал уже. Бабян, зад сдавай, ты чё, куда ты едешь, Бабян? А, вылазьте, Бобис... Сознание Бабян, потерял, что ли? Бабян, что, вырубился, что ли? Ема, вылазь, Андрюха, там Бабян что-то с ума сошел. Ты чё? Ты чё? Куда едешь, больной, что ли? Ты чё врезался? Да я уснул, ночь не спал. В смысле уснул? Вот так быстро, на прямой дороге? Ну, есть такое, да. Ой, дуралей, проехал оружейный магазин. Пойдемте, парни, пушки купим. Хорошо, мужики, погнали, сейчас тачку подгоню только. Ты ему больше руль не давай, Андрюха, то он нас угробит. Хорошо, да на встречку не сейчас вылетел. Хорошо, хоть скорость большая не была большая. Так бы мы вообще откинулись. Так, парни, какой нам калибр нужен, а? Надо спросить. Да вот, берите все, что есть. Так, подождите, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, нам нужен калибр, оружие, чтобы поймать и уничтожить огромного великана. Здравствуйте и приветствую, доброй ночи. Ну, для того, чтобы уничтожить великана, вам нужен стенд, который находится справа от меня. Сюда нам? Вот этот стенд? Да, там крупнокалиберные пулеметы есть, базуки. Вот ага. Берите сколько вам надо, потом подойдите, я вас рассчитаю. Кстати, ты чё, Бабян, зачем? А зачем ему еще платить за оружие, мужики? Вы чё, совсем что ли? Не знаю, что он хотел сказать. Совсем не выспался, не знаю, что он хотел сказать вообще. Я слышал, что он хотел сказать, я стоял рядом с ним, между прочим. Ну что он хотел сказать? Заплатили за это оружие, чтобы нас рассчитал. А, понятно. Ладно, парни, берите тогда, надо сваливать, пока полиция не приехала. Ну, Бабян, ты дуралей. Тут вон какие-то еще штуки. Что возьмите. Не знаю, какой-то Time Slimes. А ну. Что ты делаешь? Ой, это бомба! Что ты сделал? Берите, парни, если что, я тебе бомбами взорвем этого великана огромного. Но так, ну что, вооружились? Да. Парни, базуки есть, пулеметы есть, какие-то бомбы есть. В принципе, возможно, мы уничтожим паука. Ну что ты сделал? Придется, парни... Что делать? Чё, машину делать, колеса чинить! Давай, чини машину, сейчас быстро починим. Сейчас, подожди, тащи запаску, Бабян! Всё, Димон, остановил колеса, нормально, можем ехать. Приварил там? Сзади вон привари еще, вот тут вот. Ща приварю, Димон, Бампер ещё. Да вот. Все, походу с кайфом, нормально работает машинка. Че, Бабян, ровно там сидится? Все по кайфу? Нормально, по кейфичу. Ладно, да, теперь я, парни, за рулем поеду. Андрюх, садись давай, спасибо, что это, сварку с собой всегда носишь. Конечно, все с собой ношу. Ага, ладно, поехали, поймаем великана! Да, станем известны на весь мир. Слушайте, парни, а что-то мы не подумали, знаете, об одном о чем? О чем? А если он ушел отсюда, этот гигант, и больше его нету в этих горах? Мне кажется, он здесь живет, куда он может уйти? Ты думаешь, этот великан живет здесь? А ты что скажешь, Бабян? Живет он тут, этот великан? Ну, я думаю, да. Блин, ладно, давайте посмотрим, парни. Что-то его и не наблюдаю, мужики. Ни на горах, нигде его нету, парни. Кажется, да все! Ушел! Блинский ушел от нас! Да нету подожди, его! Да подожди, быть такого не может. Сейчас есть, туда просто поеду. Смотри куда-нибудь. Сейчас вот наверх заеду, сверху посмотрю. Нету, парни, кажется, все. Отличная всё. Идея, кстати. Профукали великана. Да не должны мы пропасть. Подождите, блин. Подождите. А прямо по курсу, парни. Вон оно. Погодите.
Прямо по курсу, там он... Ну-ка, давайте поближе подъедем, видите, да? А огромный великан. Паук-великан! Так, парни... Офигеть, мужики, все, это наша добыча, наша! Походу, он там живет реально! Ё-моё, аккуратно! Все, бросаем машину, мужики, идем туда! Идем к нему! Ёкерный бабай! Слушай, хорошо, что здесь остался. Парни, я беру базуку. Я взял базуку. Беру базуку. Все готовы стрелять, парни? Да. Раз. Готов. Два. Три. Пошла охота, парни! Пошло добро! Взрывай его! Нифига, мы его прокинули! И пулеметики берем! Пулеметики, парни, берем! И погнали! Тулим! Из кустов вышел, из кустов! Чё на меня-то, парни? Чё на меня-то сразу? Нормально а всё было? Вкусный, лысый, а чё я-то? Нормально было? Не отпускает, парни, не отпускает. Аккуратно, парни. Ё-моё, жесть! Огромный паук. Так, парни, там какая-то бомба еще была, да? Сейчас я бомбу закину под него. Ну, закидывай. А я не знаю, попал, не попал, парни. На! Не знаю, попал, не попал. Еще пошла бомба! Еще пошла! Нифига разрывает, он отлетел! Нормально, нормально, парни! Отлетает от этих бомб! Хорошо, прям идем! Перезаряжаю пулемет! Перезаряжаю, парни, пулемет! Помогаем! Пулемет долго перезаряжается, но ничего, нормально! Сейчас мы этого великана! Это охота! Хорошо! Кто там взорвал его? Молодцы, парни! Опрокидывай! Правильно, правильно! Опрокидывай его! Меня захавал, я вон тоже, парни. Кидай еще бомбы в него. Нифига, он здоровый. Опрокидываем, патроны кончаются, парни, на пулемете у меня. Ну ничего, аккуратно, бомба аккуратно. Куча есть. Так, стреляем, Если бомбы есть, тогда проблем нет. Бомбы есть! Проблем нет. Смотри! Все, поймали парни. Великана, походу. Ого. Великан пойман. Ё-моё. Здоровый. А ты у него это... Трясется жопа. Трясется, парни, потому что мы его крякнули. Я поздравляю, смотрите, глаза, какие у него здесь куча глаз. В натуре, блин, капец. Парни. Уродец. Мы это сделали, Бабян, красавчик. Ты нашел великана, и мы его поймали. Да, круто, парни. А что дальше, парни, делать будем? Как мы, как поступим? Как миру всему расскажем? Может, на ютубе ролик выложим, как мы его ловили? Ну, кстати, как вариант, еще можно веревкой привязать его. Ну да, веревкой привяжем. Как мы это ловили? Великана с пацанами. Ты можешь вдруг привязать веревкой его или не получится? Надо посмотреть, я не уверен. Попробуй, может, веревка не вытащит его здорового. Думаю, парни, что нам можно и не это... Не забирать его отсюда, а просто выложить ролик на ютубе, и все СМИ сами сюда приедут. Кстати, да. Давайте так и сделаем, парни. Просто попозже заберем мясо с него, да, Бабян? И шашлычок с паука пожарим! О, вообще шикарно было. Ладно! Ну, вкусный шашлык. Поехали, парни. Эх, вот это мы охотники! Поймали великана, дело сделано. А чё вы мне сказали, что у меня маска, я не снял ее после того, как свалил колеса? У тебя маска, кстати. Ай, блин. Попс уснул? Он опять уснул. Опять уснул, смотри. Ой. Ну что ж, дорогие друзья, такой замечательный ролик у нас получился, и мы с парнями надеемся, что вам все понравилось. Обязательно подписывайтесь на наши каналы, не забывайте про лайки, про колокольчики и про положительные комментарии. Ну а мы желаем вам всем всего-всего самого наилучшего, всем огромное спасибо за просмотр, удачи, не болейте, успехов, хорошего настроения и пока-пока! Баю-бай, дорогие друзья! Алло, чуваки!